Синан решает рассказать все Хазан. Когда Хазан узнает, что Идже солгала и встретилась с Егизом, она не может контролировать себя и принимает меры, чтобы привлечь Егиза к ответственности. Фазилет считает, что между ее дочерью и Егизом зарождается любовь, и она без колебаний рассказывает об этом Ясину. План Селин работает, однако Ясин делает и другие намеки на Фазилет. После намеков Ясина Фазилет насчет Идже, Идже переходит на сторону Ясина, но эта разборка идет не так, как она ожидала. Пока Селин детально прорабатывает свой план, она становится на шаг ближе к привлечению Ясина на свою сторону. Кирими угловой Фазилет, Кирими же начал давить на Фазилет. Фазилет понимает, что больше не может сбежать, и идет в дом Кирими, чтобы противостоять ему и узнать подробную информацию о большой тайне Хазыма и Гимена. После того, как Фазилет попадает в Кирими, события становятся неразрывными. Хазим пытается убедить Егиза вернуться в компанию, но у Егиза другие планы. Синан объясняет факты. Синан чувствует себя в долгу перед Хазан и использует свои методы, чтобы доказать свою невиновность. Поскольку мысли Егиза о Хазан меняются, он считает, что девушка в номере отеля и девушка, порвавшая чек, не одна и та же девушка, и продолжает оказывать Хазан юридическую поддержку из-за ее непростительной грубости той ночью. Синан хочет избавиться от лежащего на нем бремени и думает, что пора все рассказать. Он звонит Хазан и говорит, что им нужно поговорить. Хазан идет на встречу с Синаном, не подозревая, что с ней произойдет. Егиз делает неожиданный шаг навстречу Хазан. В то время как Хазан, которую обманул Нил, переживает самые тяжелые моменты своей жизни, Егиз внезапно оказывается в центре того, что случилось с Хазан. Синан, которого не убедило то, что говорит ему Нил, вызывает на себя весь гнев своего отца. Егиз, который не может оставаться равнодушным к ситуации Хазан, делает неожиданный шаг. Этот шаг приводит Егиза к другой правде о Хазан. Егиз следует своим подозрениям по поводу гостиничного номера, пока Синан и Егиз пытаются помочь Хазан по-своему, Егиз развивает свои подозрения по поводу гостиничного номера. Мост, который Дже пытается построить между своей сестрой и Егизом, вызывает недопонимание, которое поставит их обоих в очень трудную ситуацию. Синан, с другой стороны, находится в ловушке между своими чувствами к Хазан и огромным чувством вины, которое он испытывает. Пока Егиз пытается узнать правду о гостиничном номере, открытие Фазилет большой тайны Хазыма нарушит все равновесие. Фазилет испытывает большой шок, когда Хазан рвет чек. Ложное признание Синана в своих чувствах радует Хазан. Синан, который чувствует тяжесть событий, которые они вызвали, и Хазан, которая верит в себя, неожиданно переживают другую ночь в своей жизни. Фазилет, которая не может справиться с проблемой проверки, приближается к истине, чтобы узнать тайну между Хазымом и Кирими. В то время как Егиз, разорвавший связь со своим отцом, воссоединяется с Идже, вызывая недоразумение, Егиз начинает мысленно задаваться вопросом о ночи в отеле. С другой стороны, ночь, которую пережили Хазан и Синан, означает конец игры для Синана. Видя, что он начинает испытывать эмоции, которых никогда раньше не испытывал, Синан оказывается в тупике, столкнувшись с болью сожаления. Опасная ловушка Нила, которая больше не может терпеть то, что произошло между Хазан и Синаном, приведет к изменению баланса. Фальшивое признание Синана в любви сбивает Хазан с ног, в то время как Фазилет опустошена. Когда Хазан рвет чек, фальшивое признание Синана в любви сбивает Хазан с ног. Синан, который корчится под тяжестью того, что он причинил, и Хазан, которая так готова поверить ему впервые, проводят одну из самых необычных ночей в своей жизни без какого-либо плана. Разгадает ли Фазилет тайну Егимена? Фазилет, которая не может справиться с чешским шоком, ищет большую тайну между Хазимом и Кирими и шаг за шагом приближается к скрытой истине. В то время как путь Егиза пересекается с Идже после разрыва мостов с его отцом, это вызывает огромное недоразумение, и Егиз снова начинает задавать вопросы о ночи в гостиничном номере. С другой стороны, долгая ночь Хазан и Синана теперь стала для Синана концом игры. Синан, который начинает обнаруживать в себе эмоции, которых никогда раньше не испытывал, оказывается в тупике, корчась от мук сожаления. Опасная ловушка Нила, которая больше не может справиться с тем, что произошло между Синаном и Хазан, вот-вот изменит баланс. Хазан и Егиз лицом к лицу. Хотя Хазан была удивлена, обнаружив Идже в доме Егиза, эмоциональная встреча сестры и брата произвела на Егиза впечатление.
Фазилет, счастливая воссоединению со своей дочерью, после большого облегчения засучила рукава, чтобы решить домашний вопрос. Переезд Фазилет ставит Хазан и Синан в затруднительное положение. Фазилет и Шукри делятся своими козырями. Фазилет, убившая двух зайцев одним выстрелом, не подозревает, что ей грозит большая угроза, когда Салиха приходит в себя. Фазилет, которая не прощает Ясина и не отзывает свою жалобу, несмотря на все мольбы Идже, вынуждена сражаться с Шукри. Противостояние трех братьев, в то время как Синан предпринимает действия, чтобы разрешить нежный кризис между своими братьями, ночь трех братьев, полная конфронтации, внезапно рушится из-за пари, заключенного Синаном и Йигизом. В то время как последствия опасного пари снова сводят Хазан и Йигиза лицом к лицу, неожиданное признание Синана запускает необратимый процесс. Сериал, рассказывающий историю матери, которая хочет лучшего для своих дочерей, снят компанией Авзар Фильм. Идже и Ясин внезапно попадают в кошмар. Хазан удивлена тем, что произошло, когда Синан купил дом, в котором он родился и вырос. Пока Фазилет сеет хаос, чтобы найти Идже, сбежавшую с Ясином, Хазан, которая узнает, что Фазилет избила Идже, злится на свою мать и преследует ее сестру. Два брата смотрят друг на друга. Синан, покупая дом для Хазан, снова сводит Йигиза и Синана лицом к лицу. Идже и Ясин, у которых случаются эмоциональные моменты в доме, где они прячутся, внезапно попадают в кошмар. На призыв Идже о помощи приходится ответить неожиданному человеку. События, сблизившие Хазан и Синан. Хазан, которая очень переживает за своего брата, вынуждена разделить с Синаном одну из самых трудных ночей в своей жизни. Хазан, которая очень переживает за своего брата, вынуждена разделить с Синаном одну из самых трудных ночей в своей жизни. Хотя тяжелая ночь Хазан прошла не так, как надеялся Синан, строгие суждения Йигиза о Хазан вот-вот будут нарушены. С другой стороны, хотя Хазан отложила вопрос дома, вмешательство Фазилет в ситуацию имеет неожиданные последствия как для Синан, так и для Хазан. В особняке Хазан и Идже ждут тяжелые времена. Хазан Нила, Хазан глубоко захвачена Синаном, и ей снова приходится сталкиваться с игривостью Синана. Хотя Хазан покидает особняк с разбитым сердцем, ее ждет очень болезненное потрясение, когда она уедет в этот район. Он платит высокую цену за духи, которые сломала Идже. В то время как парфюмерный кризис накладывает свой отпечаток на особняк, Фазилет и ее дочери потрясены тем, что их нет дома. Хазан, Синан и Йигиз вынуждены столкнуться со своим прошлым. Хазан будет нелегко родиться и уйти из дома. Будучи преисполнен решимости держаться подальше от проблемы Синана и Хазан, Йигизу снова приходится столкнуться с темной ночью в отеле, когда он меньше всего этого ожидал, в то время как Синан преследует Хазан. Хазан, с другой стороны, теперь полна решимости защитить свои чувства к Синану,